Самара продолжает готовиться к новому отопительному сезону. В этом году работы по замене теплоносителя проводятся на 24 локациях. Со стороны городских властей ведется контроль выполнения подрядчиками своих обязательств. Еженедельно на заседании профильного штаба в мэрии специализированные службы отчитываются о проделанной работе. Участки, примыкающие к учреждениям образования и соцсферы, в приоритете. У нас большой объем перекладки сетей. Еще раз обратил внимание, что объекты социальной сферы должны быть обеспечены в первую очередь. И, конечно, благоустройство должно быть завершено до 1 сентября. Подрядчики с этим справляются. Они сегодня об этом заявили на очередном совещании. По подготовке объектов социальной сферы, в общем-то, все идет в графике, а где-то с опережением графика опасений не вызывает. В связи с ремонтом теплотрассы на пересечении улиц Нововокзальная и Фадеева со 2 по 8 августа изменится схема движения 5 трамвайных маршрутов 5, 7, 12, 20, 20К. Об этом сообщают в департаменте транспорта. Изменения эти, они вынуждены, необходимые. Как всегда, просим граждан отнестись с пониманием, потому что подготовка к зиме – это очень важный элемент. Стараемся всегда делать с минимальными затруднениями, отрабатываем со всеми энергоснабжающими, теплоснабжающими компаниями, чтобы они себе ставили максимально плотный график, и если где-то идет какое-то перекрытие или изменение схемы движения, оно было максимально коротким. В ходе совещания главы внутригородских районов отчитались о ходе подготовки к отопительному сезону на вверенных им территориях. На сегодняшний день процент готовности 83,6, 687 домов из 822. В электронное ЖКХ занесено 437, это 53%. По управляющим компаниям, значит, у нас всего 28 управляющих компаний, из них 15 уже 100% готовность. И 11 ТСЖ из 22 тоже 100% готовность. То есть, в принципе, мы традиционно идем нормально в графике, все будет своевременно готово. Ведется подготовка и жилых многоквартирных домов. Профильные службы совместно с представителями администрации района и госжилинспекции проведут проверку исправности теплового контура в каждом многоквартирном доме. Галина Топилина, Валерий Майоров. События.